фестивале малых театральных форм «Перспектива», который проходил в ДК «Литвинова», приняли участие 26 театральных коллективов и отдельных исполнителей из нашего городского округа Фрязино, Орехово-Зуево, Воскресенска, Долгопрудного, Москвы и даже Нового Уренгоя. Всего более 100 артистов. Творческие работы были представлены в 7 номинациях. После показов режиссерам дали время обсудить выступления коллег, договориться о совместных проектах. Такое общение стало отдельной частью фестиваля. Мы сделали специально 2 таких мероприятия, чтобы у руководителей театральных коллективов была возможность обменяться опытом и узнать какие-то новые для себя методики и навыки. Что виной всему лисица догадаться? Нам легко. Кто еще мог покуситься на чужое молоко? Маленькие актеры покорили жюри своей непосредственностью и вместе с тем вполне взрослым отношением к поставленным на сцене задачам. Все конкурсы, где участвуют дети, они по определению полезны и интересны. Я оценивал в первую очередь игру. Сюжет, что тоже немаловажно, потому что иногда бывает такая ерунда, что даже слушать невозможно. Но вот сегодня и удивили, ну, в хорошем смысле этого слова, все участники фестиваля. Лауреатами первой степени фестиваля стали 3 коллектива из нашего округа. А вот гран-при уехал в Воскресенск. Его завоевал семейный любительский театр «Давай сыграем». Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.